1 сентября нынешнего года в Югре дан старт федеральному проекту «Профессионалитет». В частности, подготовка профессиональных кадров для обеспечения программ обучения адресной подготовки направления «Топливно-энергетический комплекс» будет проходить на базе 9 профессионально-образовательных организаций округа, в том числе в Лангепасском политехническом колледже. А это обучение разным профессиям, в том числе тем, которые востребованы в трудовом коллективе «Лангепаснефтегаз». Газа. Желаю вам пройти этот путь, трудный путь, достойно, преодолеть все трудности, которые будут перед вами, получить максимум знаний, стать высококлассными специалистами. В группе «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» есть и девочки, и мальчики. Некоторые из них после окончания школы трудились на разных предприятиях города, но вот решили пойти в нефтяники. Я окончила школу в 2019 году, четвертую, и решила стать нефтяником, потому что очень презентабельная работа, очень большой карьерный рост, возможность знакомиться с новыми, более умными, мудрыми людьми в компании. По словам педагогов политехнического колледжа, на специальности профессионалитета юноши и девушки поступают вполне осознанно. Этот набор особенный для нас в том числе. Почему? Потому что это федеральный проект, это первая группа на базе 11 классов. Все будет хорошо, мы справимся. Опытные педагоги, замечательная материальная база. Думаю, все получится, все будет хорошо. В колледже в этом учебном году открыто новое отделение – сестринское дело. Это стало возможным в рамках окружного пилотного проекта «Учим дома». Не зря говорят, что если человек занимается любимым делом, он не будет работать никогда. Поэтому пусть все ваши выбранные профессии станут для вас любовью и целью всей жизни. На отделение «Сестринское дело» поступило 50 студентов. 25 человек на бюджет и 25 на коммерческое отделение. Среди них люди разных возрастов и уровней образования. Всех объединяет одно – любовь к будущей профессии. На студенческую скамью сели и те горожане, которые по несколько десятков лет уже отработали в медицине. В их числе Саида Муслимова. Ее стаж в должности санитарки более 20 лет. Я поступала в свое время, когда закончила школу. Не получилось по жизненным ситуациям. Вышла замуж. Думала продолжить, не получилось. Поэтому устроилась в больницу работать специально. Ну, думала, продолжу. Ну, видимо, время только сейчас пришло. Не получилось все это время. Но эту работу я люблю. Я мечтала. У меня педагогическое образование есть, которое я получила. Но я там себя не вижу. Я вот вижу себя вот здесь. Я люблю свою работу. Я люблю свое отделение. Завершился день открытых дверей в политехническом колледже классным часом. В каждой группе говорили о правилах и традициях, которые на протяжении многих лет складывались в образовательной организации. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров, телекомпания «Лангепас», специально для телеканала «Югра».